И всем привет, дорогие друзья, с вами Рамзес, и мы сегодня будем играть, ребятки, на таком замечательном сервере, блин, Джайл, ребятки, на Джайле будем играть, представьте себе. Короче, ребят, здесь называется сервер Бунтуем Тут, то есть Free VIP, то есть бесплатная випка, ребятки, здесь. То есть вот, ну, наблюдатель, ну, блин, короче, ребятки, всем бесплатная випка, так что жду вас всех, здесь будем играть с вами на этом только паблике, ну, Джайл сервере. Так, заходим за заключенных, ребятки. Так, по менюшечке серого пройдемся, так. А первое у нас получается открыть клетки, далее магазин закрыт, нам нужно возродиться вроде. Далее костюмы, ребят, здесь, ну то есть бесплатная випка всем. Здесь каждый может себе снять все, вот для спины костюм есть, вот давайте мы поставим крылья за, так, заводной ключ, крылья демона, золотой щит, панда, вилка. Тут гляньте, сколько скинов на, за, ну, на спину, ребят. Крылья бабочки, крылья драконы. Так. Привидение. Вот, давайте привидение повесим. Далее у нас идет братюни. Лицо. Так, кот, панда. Так, давайте Payday. Давайте Payday поставим. Я не знаю, что там. Типа в сампе Payday это типа как зарплата. Ну, я не знаю, братюни, бред несу. Давайте дальше. Голова. Тыква, панда, уши. О, тут аж ну 5 этих, братюни. 5 штук, геном, такс. Носорог, йога, муха, усики, бабочки, багаз, пила. Давайте вот пилу поставим. А далее погнали, братюни. М3, поясница. Так, кошка, дьявол, панда, так. Енот, слон, лиса, дракон, тигр, обезьяна, кролик. Лис из мультика, вот давайте его поставим. Дальше погнали, что у нас? Квесты, задания. Ребят, на этом серии есть квесты. То есть вот вы выполняете квесты, вот. То есть вот, допустим, выжить 5 раундов, вот. И вы получаете 5, если выживете вот 5 раундов, вам дается XP. Далее, допустим, вот коллекционер. Нужно насобирать там что-то, и вам даются деньги. То есть деньги вы зарабатываете, выполняете квесты. То есть крыса выполнена. Видите, ребят, у меня сдано. Видите, и мне далось $25. Ребят, зацените, как круто. Дальше, погнали. Выбор команды. То есть вот за охрану и за... То есть за... если за охранников зайти, то нужно типа правила прочитать в группе. Там что-то такое, братюни. Так, давайте дальше. Такс. Выбор команды, давайте. Заключенная. Так, сдали, ребят. Меню привилегий. VIP-меню, админ-меню, супер-админ-меню, босс-меню, меню паутинки, цвет граба, нарко-меню. То есть, ребят, вот випка. Здесь можно все брать. То есть, для всех випка, информация о покупке. Вот, покупка, то есть, ну, вот, вы видите, сами цены, все такое. Давайте дальше. Дополнительные возможности. Язык русский, информа слева, настройка информа. Короче, вот, ребят, я не понимаю что-то, ну, вы, думаю, поймете. Так, меню насилие. Так, изнасиловать зэка, секс-шоп, авторитетский секс-шоп, аптека и назад. Так, далее погнали. Меню авторитетов. Вот, взять 200 жизней, тут воскреснуть, вот так, свободный день, голос, одежда, вот это все прикольно, братюни. Так, давайте далее пройдемся. Так, далее. Выбрать команды, вот, за охрану давайте зайдем, я вам покажу менюшку. Тут тоже магазин, костюмы, шапки уже другие, как я понимаю. Ну, не, одинаковые. Только скин, братюни, меняется. Так, далее давайте. Меню привилегий, то есть здесь то же самое. И дополнительные возможности. Все то же самое, то есть... Блин, окейушки, выбор заключенного. Так, еще писать что-то не могу. Так, ну, братюни, сейчас, короче, когда я возражусь, я включусь. Вот, братюни. Вот так, такая вот тема, тут проходит задание. Также есть примеры, вот математика, 34 плюс 35 минус 48 плюс 37 минус 17. Тут долго, ребят, я считать не хочу, не хочется что-то мне. Ну, в принципе, ребят, все, жду вас всех здесь, буду с вами играть здесь. Вот что-то, меню ставок, увеличить, надеюсь, давайте. Ставки можно ставить, прикольно, согласитесь, братюни. То есть, вот ставки, типа, ну... То есть охрана против зэков. То есть, ребят, прикольно, вот такая охрана, а вот там зэк, вот это зэк.
То есть прикольно, братюни. Вот от первого лица они что-то... Прикольно, вот видите, злой. Так. Что-то бомбит. Охрана у нас тут. А чё не... Чё они нонскопами стреляют, я не понимаю. О, найс, попал зэк. Наша группа ВК, вот, vk.com, Resotor Arena, что-то там я не успел, не увидел. Ну, в принципе, братюни, все, я вас всех жду, здесь бесплатная випка, блин, так что все, будем играть с вами и жду вас всех здесь. Ну, а с вами был я, Рамзес, ребятки, всем удачи, всем пока. Пока-пока.